Здравствуйте, с вами Беглец Дезодорантом. Я некоторое время занимаю моего друга, карлика в свитере. Вы его знаете, да? Си? Наверное, вы хотите знать, почему меня так прозвали. Во-первых, я постоянно от чего-нибудь бегаю. Во-вторых, дезодорант я использую как огнемет. Иногда. Когда у меня глюки. Все ясно, да? Claro? Si? Итак, мы проходим... Afraid of Monsters. Говоря на моем языке, Miedo a los Monstros. А вот и... Гринго. Ха, Гринго. А, промазал Гринго, да? Завидно, да? Злишься? Си? Гринго, ступидос. Вот так вот. Грингос, ступидос, муэрте. Непонятно, да? Тупые грингос... О! Диос мио! Эскопета. Ай! Больно! Гринго и ступидос. Но ничего, теперь я взял мой... Виеха буэно эскопета. Старый добрый дробовик! Этот гринго меня напугал. Ненадолго. Ну конечно. Ай! Это было не так страшно, как вы думаете. Колотится, да? О, кажется, мне не надо это нажимать. Ну, я так и думал. Что это за звуки? Ой! Здесь, наверное, еще есть эти зомби. Я так и думал. Зомби, ступидос. Зомби, ступидос, муэрте. Бежим отсюда! Ступидос. Муэрте, гринго. Боже, боже, боже. Я не знаю, почему это здесь написано. И зачем нам туда, я тоже понятия не имею. Но, наверное, нам все-таки туда надо. Эступидос зомби. Ха-ха, муэрте. Эступидос зомби, муэрте. Если вы не поняли, я говорю на испанском. Ай! О нет, патроны для моего эскопета кончаются. Придется перейти на мой пистола, мою пушку, мой пистолет. Но ми густа, но ми густа. Совсем не нравится. О, ми густа. Это было хорошо. Эй, гринго, идите сюда. Гринго. Ай! Диос мио. Ай! Муэрте! Муэрте, грингос.
Темные транквилизаторы. Как-то так переводится. О, патроны для моего револьвера. Это хорошо. Как бы не так, зомбис. Послушаем музыку. Да. Си. Me gusta. Me gusta grande. Сильно нравится. Значит, Dark Tranquility. А может и нет. Я не совсем понимаю, что здесь написано. Видимо, это Dark Tango. Ну или что-то типа того. Какая некрасивая музыка. Мне показалось, или только что кто-то сказал, небось снова эти зомби и ступидос. Боже мой. Диос мио. Мне кажется, или с этими парнями в самом деле что-то не так. Особенно с этим. Или этот гринго Дэвид Литтерхофф. Понятия не имею. Ну да и ладно. Будем надеяться, что вам нравится эта музыка. Я же её для вас включил. Бедолага. Ему явно нехорошо. Кстати, что касается карлика в свитере, он потому не ведет этот эпизод, потому что он приболел. Claro? Indispuesto. Приболел. Я уверен, что здесь есть что-то интересное. Нет? Но? Си. Sí. Me gusta. Me gusta grande. Теперь у меня есть патроны к моему bueno escopeta. Доброму дробовичку. Я, конечно, не совсем понял, зачем мы сюда шли. А, наверное, нам надо там где-нибудь спрыгнуть. Например, здесь. Спасибо, лампа. Ух-е! Диос мио! Зомбис и ступидос! Закрыто? Ну и хорошо.
закрытые двери меньше проблем. Эге. Как бы не так, гринго. Я думаю, мы пока не будем туда заходить. Сохранимся. И на этом закончим серию. Итак, с вами был Беглец с дезодорантом. Не спрашивайте, из какой латиноамериканской страны я. Я вам все равно не скажу. Итак, серии еще будут. Следующую серию буду еще вести я. Так как уже говорилось ранее, карлик в свитере индиспуэсто приболел. Итак, всем пока.